Не строили, а химичили. В строительной бытовке дачного участка в деревне Петрухино обнаружили настоящую нарколабораторию. Я говорю, воду на участок мы с другом приносили. А друг чем занимался здесь? Я не знаю. Даже на первый взгляд содержимое строительной бытовки вызывает подозрение. Для чего здесь лабораторное оборудование, канистры с химическими реагентами, весы и средства химической защиты? Когда полицейскими были обнаружены пакеты с наркотическим средством мефедроном, стало понятно, чем занимаются хозяева дачного участка. Согласно проведенному исследованию, установлено, что содержимое пакетов является наркотическим средством мефедроном общим весом более 5 килограммов. Также в рамках расследования уголовного дела изъятые реагенты направлены на проведение физико-химической экспертизы. Двое мужчин, подозреваемых в организации лаборатории для синтезирования наркотиков, были задержаны сотрудниками полиции на дачном участке деревни Петрухино. Хозяин его отказался объяснять, чем они здесь занимаются и как попали в бытовку наркотические вещества. Я постараюсь не отвечать на этот вопрос. Операцию проводили сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Межмуниципального управления МВД России Серпуховская при силовой поддержке СОБР. Задержанным, а ими оказались жители столицы, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативники устанавливают причастность правонарушителей другим эпизодам противоправной деятельности, а также проводят мероприятия по розыску и задержанию возможных соучастников данного преступления.